Всем здравствуйте, я Лилия, вы на канале «Любимые крестики». И сегодня я хочу в очередной раз похвастаться своей покупочкой в магазине «Мир вышивки». Знаменитая визиточка этого магазина. Обязательно накладная этого магазина. И в первую очередь, что бы я хотела сказать, это то, как были упакованы в этот раз наборчики, сама посылочка, то есть помимо конверта с дековского, в принципе, я, может быть, повторюсь, но я заказываю доставку до пункта выдачи. Мне это очень удобно, то есть в месте моей пересадки, где я пересаживаюсь, когда еду с работы домой, как раз находится прямо рядышком с остановкой пункт выдачи с дека. И очень удобно, пришла, оплатила посылочку, ушла. Никаких переводов там с карточки на карточку, банковских переводов. Не знаю, пока, хотя я активно пользуюсь и онлайн-магазинами, да, то есть оплатой, онлайн-оплатой. Но вот в данном случае мне очень удобно. Я знаю, что посылка идет 5 дней до меня, и к этому дню всегда я, то есть, подгадываю так, чтобы у меня к этому дню были необходимая сумма денег для выкупа посылочки. Поэтому всегда это СДЭК на данный момент. Мне это очень удобно. И магазин «Мир вышивки» с первой покупки представляет такую возможность. То есть не обязательно оплачивать сразу, оплачивать в момент получения посылки. В этот раз все было упаковано вот в такую пленку. Антистресс, да, как многие ее называют. Потому что наборчики в такой упаковке, которая легко раскалывается. Хотя до этого, получая посылочку с перевышивки, там были наборы Dimensions, такой упаковки не было. Они были просто сложены вот в такой пакет. И давайте покажу вам, что же я приобрела. А приобрела я два вот таких набора. Это Encore My Collection. И, в общем-то, это мечта из мечт. В первую очередь, это, конечно же, павлин. Давно я мечтала, хотела этот набор. В принципе, у меня даже, ну, как бы была мысль такая, я посчитала, сколько у меня уйдет денег, если я буду подбирать материалы на этот наборчик для вышивки этого сюжета. И хочу сказать, что по деньгам он выходил достаточно, ну, скажем так, хорошо, по одной простой причине, что во многих магазинах этот набор стоит 4500. То есть, заходя на всем известный сайт Stitch.su, где можно было, ну, по наборам сделать сравнение по наличию в магазине и по ценам в этих магазинах. И хочу сказать, что 4500 – это была средняя цена данного набора. И когда перед моим днем рождения, это перед Новым годом, мне магазин «Мир вышивки» прислал очередную оповещалку о том, что в честь дня рождения они готовы мне сделать, значит, дополнительную скидочку, я решила, ну, зайти посмотреть на всякий случай, есть ли у них Encore. До этого не было. То есть я периодически заходила во вкладочку «Мая», там этого набора не было. И вот я перед днем рождения захожу на вкладку «Мая» и вижу в первую очередь, там есть этот наборчик. И его цена 2500 рублей. То есть это практически в два раза дешевле того, что можно приобрести в других онлайн-магазинах. Ну, вы, думаю, многие меня, вышивальщицы, поймут, когда есть твоя мечта и в два раза дешевле того, что ты предполагал на него потратить, да, вдруг, то, естественно, я в первую очередь его и заказала. То есть я его сразу же, то есть в первую очередь я его и положила. Второй набор также я решила взять из серии My Collection. По одной простой причине, я очень люблю ниточки Encore. Из всех ниточек, которыми я когда-то вышивала, да простят меня любители DMC, DMS,
Но ниточки Анкор для меня одни из самых любимых. Они очень мягкие, они очень блестючие, они практически не путаются. В общем, честно скажу, это мои любимые ниточки. Пожалуй, самые любимые ниточки из всех, что я пробовала. Вот. И сюжет достаточно интересный. То есть, если вот это, например, у нас разработка идет JP Coast, да, то есть самой немецкой фирмы, которая разрабатывает данные наборчики, хотя произведено в Венгрии, да, то есть мы тут не будем никаких там иллюзий строить по поводу того, что там, кто где как делает, да, это сделано в Венгрии, собран набор в Венгрии, разработка данных наборов немецкая, и второй набор, вот даже вот знаете, я вам даже, наверное, и название это не переведу, что-то горное. Не знаю, что-то горное. Но это разработка по картине Томаса Кинкейда. И это, можете посмотреть, да, 2005 год. То есть копирайт стоит Томаса Кинкейда. Скорее всего, что и разработка схемы где-то из его студии происходит. Возможно, не буду врать. То есть тут я, как бы, это мои размышления на эту тему. Томас Кинкейд мне всегда нравился. Его картины замечательные. У меня были репродукции с его картинами. Как он передает свет, это в его картинах просто нереально. И то, что здесь вот как небо разработано, то есть вот эти вот все это полукрестом, полутона, это, конечно, чудесно. То есть вот два таких замечательных набора. Анкор, моя коллекшн, я приобрела в магазине «Мир вышивки». Ну и, в общем-то, для того, чтобы добить, как говорится, набор, покупочку до бесплатной доставки, то есть будем экономить, если уж экономим, да, то есть если мы используем промокоды, используем какие-то скидки, то будем мы, как говорится, до победного, то есть до бесплатной доставки. То есть это очередная экономия. Ну и, в общем, добила я вот таким небольшим аксессуарчиком. Это ножнички классе. Made in Pakistan написано. Они с футлярчиком. Да, вот так вот, наверное, видно будет, да, что там внутри кожаный футлярчик. Я их даже пока еще не открывала. В общем, замечательные ножнички, говорят. Я видела отзывы об этих ножничках. И, в принципе, в ближайшее время я начну ими пользоваться. Вот. Что еще хотела бы сказать? То есть вот о своих впечатлениях о магазине «Мир вышивки». Ну, первое мое такое самое незабываемое впечатление – это постоянные скидки, актуальная рассылка, очень актуальная рассылка, то есть где-то один раз в 2-3 дня приходит на электронную почту письмо, где указаны промокоды, которыми мы можем воспользоваться дополнительно к тем скидкам, которые у нас. То есть это накопительная скидка, она рассчитывается от суммы предыдущих покупок. Плюсом идет скидка единоразовая, единовременная скидка. Эта единовременная скидка предоставляется на сумму данной покупки, которую вы сейчас хотите совершить. Плюсом присылаются какие-то промокоды в честь праздников, в честь весны, зимы, осени, лета и так далее, и так далее. Постоянные какие-то приходят скидки и промокоды. Плюсом, я думаю, что многие знают, те, кто смотрит YouTube, у многих блогеров есть свои промокоды, по которым можно воспользоваться какими-то скидками. И плюс на самом сайте еще многие товары идут со скидкой. То есть все эти скидки, промокоды, очень много. Но скидки суммируются, это точно. Промокоды не все между собой, как говорится, пляшут. Но в любом случае вам позвонят. Менеджер обязательно позвонит. Буквально в течение там часа всегда происходит звонок. Независимо от дня недели. У меня было такое, что я в воскресенье вечером делала
заказ, и в понедельник, по-моему, даже в воскресенье же мне и позвонили. Врать не буду сейчас, в предыдущих видео о покупочках у меня там вот это впечатление мое, оно озвучено. Хочу сказать, что сразу же звонит менеджер, уточняет какие-то там по позициям какие-то вопросы, может уточнить. У меня вот в данной ситуации мне сразу же позвонили, сказали, что мне там 4 рублей, по-моему, или там 13 рублей, не суть важно, до бесплатной доставки не хватает. То есть они мне предложили либо что-то там на эту сумму доложить, там, или как-то это. В общем, это, все вопросы решаются по телефону с менеджером, очень доброжелательно. Моментально все упаковывается, отправляется. Говорю, с момента заказа до получения у меня проходит 5 дней. Больше еще у меня ни разу не было. То есть это, ну, я считаю, что, ну, как бы такая слаженная работа коллектива. Им огромное-огромное спасибо, что они нас радуют, что они нам предоставляют возможность покупать наши любимые вещи, наши хочушки. И, не знаю, радоваться за этот магазин, радоваться за нас, рукодельниц, что у нас есть такая возможность. Я очень надеюсь, что вы за меня порадуетесь. Всем пока, всем до новых встреч!